При всей глубине скамейки ЦСКА, при таком количестве звезд, самый стабильный в этом сезоне Саша Калов. Атлетичный центровой бьет не только соперников, но и все стереотипы. Из сугубо защищающегося игрока Каун превратился в серьезную атакующую мощь. И теперь мало кто вспомнит, что в своем первом сезоне за ЦСКА он набирал в среднем за игру одно очко. Но даже если кто и напомнит ему об этом, на пути все равно не встанет. Я Александр Каун, центровой команды ЦСКА, и это мои правила жизни. Любая команда, которая ставит перед собой большие задачи, должна играть сердцем. Важно не считать количество забитых очков, а сколько ты не дал забить сопернику. На площадке важно продумать все возможные варианты в атаке и приугадать действия защитников. И также быстро принять правильное решение. И мой ум программист, и мой аналитический склад ума в этом мне позволяет сделать. Сыграв много лет в Америке, я не принял развлекательную часть игры баскетбола, как это многие делают в Америке. Бьют себя кулаком в грудь или орут, или еще что-то делают. То есть таких эмоций я стараюсь не выражать и просто играю в баскетбол. Если есть выбор между играть против мужиков в Суперлиге или поехать в Штаты и играть в университете, конечно, я посоветовал второе, потому что в Штатах уровень баскетбола и развития его намного другой, и там совершенно другой подход. На перетрене, я думаю, очень важно, чтобы чувствовать себя расслабленно на площадке, не быть каким-то давлением или еще что-то, зная, что тренер в тебя постоянно верит и тебе доверяет. В свои 28 лет я успел пройти непростой путь от неизвестного баскетболиста в Томске до чемпиона NCAA и бронзового призера Олимпийских игр. И потому что никогда не боялся новых вызовов. Выложиться на 100% может быть достаточно в любом другом клубе, а в ЦСКА нужно выкладываться намного больше, чем 100%.